Всем привет, ребята! Небольшой краткий обзор вот такой вот колясочки замечательной Tutti Zippy. Купили для нашей девочки. Сейчас вы видите летний вариант. Люльку мы уже отложили, мы уже выросли немножко. Да, Веронюська? Значит, почему именно эту коляску? Первым желанием было сначала купить Рон Марин. Это такая тоже есть известная марка. Вот, тоже неплохая коляска, надувные колеса. Но единственный минус, колеса неповоротные, стационарные. Постоянно нужно было каждый раз приподнимать коляску, чтобы повернуть. Это неудобно, особенно для маленьких мам, там, да, то есть невысоких. Вот, это достаточно тяжело. Коляска плюс ребенок вес, ну то есть сложно. Поэтому выбрали именно такую. То есть это очень маневренная колясочка. Видите, то есть вообще сама крутится. Ничего особо, никаких усилий. То есть одним пальцем можно это все делать. То есть в принципе очень удобно. Поэтому для ребенка очень она нравится. Да, Вероничка, тебе нравится? Нравится, ой, как нравится. Вот, здесь очень много всяких функций. Во-первых, здесь клееночка. Мы ее показывать не будем. Все достаточно очень просто. Нажимаешь на кнопочку, все открывается. Здесь у нас сетка москитка идет, чтобы продувалась. Вот, внутри здесь вот клееночка. Это тоже вот все для солнца, от солнца и прочее, там от дождя. Вот, то есть, в принципе, внутри здесь есть страховка, она спрятана в виде таких вот ремешков, которые здесь застегиваются. Но они немножко неудобны, потому что малышка у нас еще маленькая, поэтому, естественно, мы пока ею не пользуемся. Колеса надувные, это тоже очень хорошо. Плюс есть еще дополнительная амортизация в виде пружины, видим, да? Вот. Так, дальше два стопора, ну, тормоза на каждое колесо отдельно. Но вообще коляска просто бомба. У меня жена не нарадуется. Единственный только минус — это то, что вот нижний отсек, вот тут я не знаю, зачем он такой маленький, тут ничего не засунешь. Только сзади можно как-то засовывать продукты, там, если жена едет в магазин. То есть вот это единственный минус, как бы, отсек. Ну и сумка, вот эта вот сумка, она тоже немножко неудобная. А все остальное, в принципе, просто замечательно. Вот эта вот ручка, кстати, поднимается в любых положениях. Опускается, поднимается. Это очень удобно, особенно когда вы заезжаете в лифт, то в короткий лифт может коляска не поместиться. Складываете ручку, и все помещается. То есть просто замечательно. Очень много. Плюс она сама по себе складывается. То есть ее можно легко положить в машину. По 10-бальной шкале дам девятку. Такую стабильную девятку. Почему не десятку? Потому что вот этот нижний отсек плюс сумка, то есть немножко как бы здесь они не доработали. Ну, может быть, в новых версиях коляски это все исключено. Мы как бы не видели, не проверяли. Это более старая версия коляски. Так что, ребята, берите для своих малышей самое лучшее. Они заслуживают этого. Ставьте лайки, если понравилось, пишите комментарии, задавайте вопросы, буду рад ответить. До новых встреч!